Это одна из старейших музыкальных школ города. Расположена в центре Сочи, рядом с садом русско-японской дружбы на Курортном проспекте. В этом году музыкальной школы номер 2 юбилей 60 лет. Образовалась она как вечерняя для взрослых, которые стремились получить музыкальное образование. Сейчас здесь, конечно же, занимаются только дети, около 600 учащихся. А выбирают ее традиционно из-за сильного преподавательского состава. Наташа Никоновой преподает по классу виолончели Эмма Агасиевна Налбандян, заслуженный работник культуры Кубани. Поэтому любовь к музыке такая искренняя, и занятия проходят в удовольствии. Это очень интересно, ты вкладываешь в это душу. Когда играешь на концертах, пытаешься донести людям те эмоции и чувства, мне это очень нравится. Наташу уже называют будущей звездой за ее успехи в учебе, а два виолончелиста школы стали участниками Всероссийского юношеского оркестра под руководством Юрия Башмета. К юбилею детской музыкальной школы стали готовиться заранее. Он пройдет в субботу на сцене Зимнего театра в полдень под девизом «С любовью к музыке и детям». Также мы подключили в концерт лучших наших учеников нескольких лет прошлых, которые сейчас учатся в колледже искусств, которые работают солистами и участниками в оркестре «Русский сувенир», в симфоническом оркестре, вокалисты. Одна из наших девчонок, которая была солисткой нашего хора, будет петь вместе с нашим хором, солисты будут играть с оркестром. 60-летняя история школы и успешные результаты ребят на региональных и международных конкурсах позволили музыкальному учреждению войти в сотню лучших учреждений дополнительного образования России. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.